Привет всем, кто на связи, ребята, это Кузязя. У меня, как видите, сегодня ленивый денек выдался. Вера куда-то по делишкам ушла. Бузя, наверное, на кухне, как всегда, что-нибудь жует. А я вот валяюсь с пультом перед телевизором, как настоящий альфа-самец. Ой, дверь хлопнула. Наверное, Вера вернулась. Ой, это что за странный звук? Бузь, это ты там шалишь? Кузя, возьми подарок. Подарок? Вот это интересно. Ну, скажи сразу, что за подарок, а то лень вставать. Иди сюда, тебе понравится. Знать бы еще, с кем я разговариваю. Ну да ладно, если подарок, то надо идти посмотреть. Может, это от фанатов? Уже начинают поздравлять нас с Новым годом. Сюда, сюда, иди на голос. Ух ты, и правда подарок. В коробочке все как положено. Но сам подарок какой-то странный. Это что такое? Я волшебная SCP-маска! Подойди поближе! Фу! А что ты такая страшная? Зато я подарю тебе силу, дурачок! Подойди поближе! Ну, подошел! Еще ближе! Да куда уже ближе? Вот так! Теперь ты в моей власти! Отлично! Контакт установлен! А теперь повторяй за мной! Я хочу! Я хочу! Шоколадных конфет! Шоколадных конфет! Фу! Какие еще шоколадные конфеты? Свинки не едят сладости! Это нам вредно! Зато мне нужны сладости! От них моя сила растет! Быстро принес шоколадные конфеты и съел их! Я тебе приказываю! Слушаюсь! Будет исполнено! Шоколадные конфеты, шоколадные... Подождите, зачем мне шоколадные конфеты? Я же их не ем! Эта маска что-то со мной делает! О, Бузя, ты тута! Тута, тута! А ты Тама? Не, я теперь тоже тута! А Тама что-то непонятное лежит в коробке! Серьезно? А на что это похоже? Ну, на такую страшную маску! И она со мной разговаривает! Кузя, ты что, на батарее перегрелся? Не веришь? Пойдем посмотрим! А еще мне нужны шоколадные конфеты! Чего? Ой, это не я сказал! Так, что-то тут нечисто! Ладно, пойдем посмотрим, что там за маска такая? Ага, пойдем! Сюда, сюда! Подходите поближе! Во, видишь? Ну и что это за приколы? Она на батарейках? Да нет, походу волшебная. Слышь, ты что такое? И что ты хочешь от моего Кузи? О, вижу, ты свою хозяйку привел. Фу, ну ты страшная. Сама страшная. И я ему не хозяйка, мы друзья и партнеры. Но ты ж тут главная. А и правда, Бузя всегда всем командует. Да-да, а ты у нее на побегушках. Надо ее устранить. Надо ее устранить. Но вот вопрос: хватит ли у тебя смелости? Или будешь всю жизнь ее слушаться? Кузя, я все поняла. Это SCP-маска. Она пытается завладеть твоим умом. Ты должен сопротивляться. Смотри, продолжает тобой командовать. Ну как, послушаешься? Нет, ты мне, Бузя, не хозяйка. Что? Кузя, ты хоть послушай, что ты несешь? Пожалуйста, сопротивляйся влиянию этой маски, она тебя погубит. Мне нужны шоколадные конфеты и побольше. Ну, наконец-то! Здорово! Прямо чувствую прилив сил. Кузя! Кузя, очнись! А вот еще одна! Кузя, свинкам нельзя кушать шоколадные конфеты! Это очень вредно! Может, хватит мной командовать? Жуй тыкву, если хочется! А мне хочется шоколаду! Ой, а кто это съел все эти конфеты? Это Бузя постаралась! Еще та обжора! Бузя? Но Вера же не разрешает нам есть сладкое! Оно вредное для свинок! Это Бузя вредная. О, а вон еще одна бумажка. Ай-яй-яй-яй-яй. И еще одна. Ого, Бузя, да ты с ума спятила. Что? А я-то тут при чем? Это ты все эти конфеты сожрал, а на меня сваливаешь.
У тебя от конфет живот болеть будет, а маска станет еще сильнее. От сладкого ее сила растет. Кузенька, тебе еще не надоело ее ворчание? И, если честно, есть немного. С этой надоедливой рыжухой давно пора разобраться. К тому же у тебя будет два канала. А и правда, если Бузя куда-нибудь денется, всем станет только лучше. Сам я с ней, конечно, не справлюсь, но знаю, кто мне может помочь. Друзья, а если ваша кнопка подписаться до сих пор такая же красная, как этот помидор, то жмите на нее, и может быть она станет зеленой, как это яблочко. Это, конечно, не точно, но стоит попробовать. Кузя, ну как, тебя отпустила? Можно вылазить? Да, не знаю, что это со мной было, но это прошло. Ты в полной безопасности. Открой дверь! Пускай кот войдет в дом и слопает Бузю. Слушаюсь. Рыжулькин, кис-кис-кис, заходи. Мяу. Привет. А где Вера? Рыжулькин, ты же помнишь, что тебе нельзя в дом заходить. Вера тебе запрещает. Ага. Рыжулькин, кис-кис. Конечно же, я помню. Я сильно получу, если зайду в дом в ее отсутствие. Да брось ты. Ну, Веры дома нету, а я ей ничего не расскажу. Заходи, у меня тут для тебя кое-что вкусненькое. Точно? Давай, не бойся. Одну лапку ставь, потом вторую. Нет, я все-таки боюсь. Вера не разрешает. Ну ты и слабак, Рыжулькин. Эти девчонки всю жизнь нами командуют. Согласен. Но если Вера прямо сейчас вернется, ох, я и получу. А мне не хотелось бы. Мяу. Кузя, что ты делаешь? Ты же знаешь, как я боюсь котов. Они чувствуют страх. А нам это и нужно. В смысле, что нужно? Чтобы Рыжулькин слопал Бузю? Это же какой-то ужас. Но зато больше никто не будет тобой командовать. А Рыжулькин плотно пообедает. Все довольны. Нет, что-то тут не так. Ребят, напишите в инсту, что мне делать? Я совсем запутался. Эй, Кузь, ну так мне входить или не стоит? Да, входи. То есть, нет, не входи. Я не знаю, что мне делать. Эта маска совсем мне голову задурила. Иди сюда, сюда. И далеко не уходи, а то у меня Wi-Fi слабый. Вот так. Помнишь, что надо сделать? Да, надо поставить лайк этому видео, если вам понравилось. И подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ладно, дурачок, отдохни чуть-чуть, а в следующей серии продолжим. Не пропустите!